В октябре во Владивостоке обещают выпустить кино, в котором 7 лет снимались все подряд. Актеры и случайные люди, москвичи и приморцы, просто прохожие. Сумасшедшую музыкальную комедию в духе «Карнавальной ночи» индийского кино режиссер приурочил к юбилею края. Рассказывают мои коллеги. Русалка, байкеры, сумасшедший экскурсовод на одной съемочной площадке. Во Владивостоке опять снимают кино, музыкальную кинокомедию «Секунды счастья» или «После дождичка в четверг». Это фильм про людей. Главные герои – местные жители и, конечно, сам город у моря. Я играю сумасшедшего экскурсовода русского острова. Сказали, вот какая ты есть, такой будешь играть саму себя. Почему в шлеме? Посмотрите, какие байки. Мы сейчас на них как поедем по морям, по долам. Превращаю город Владивосток в праздник. Это по задумке режиссера. Режиссер Владимир Лишаков свой фильм считает ностальгией по прошлому. Его кино – целая история. Съемки начали еще в 2011-м, когда во Владивостоке не было ни мостов, ни университета на острове Русском. За все это время в картине снялось более 300 артистов – московские, владивостокские. И не все из них профессионалы. С кем-то Лишаков знакомился в жизни и предлагал роль, для кого-то организовывал кастинги. Бюджет у фильма маленький. Большинство актеров, говорит режиссер, играли бесплатно. Идея. Во Владивосток должно приехать жюри международное и провести конкурс. Вот. А жюри не приезжает, но слух расходится. И получается, что город вдруг превращается в город, когда все вокруг там поют, танцуют, все веселятся, все шутят, все показывают какие-то свои таланты. Мне очень нравится это дело, потому что это дело, на него согласен каждый тот, кто понимает в нем хоть что-то. Потому что в этом кино может сняться кто угодно. Это комедия в стиле «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова. Смесь музыки и танцев. «Секунды счастья» или «После дождичка» в четверг в местный прокат выйдет в октябре к юбилею Приморского края. В планах у режиссера Владимира Лишакова снять еще один фильм про Владивосток. Дарья Орлова, Александра Мостовая, Александр Малыгин. Панорама.